С 4 по 29 октября по будням радио ВБС и Союз независимых медиа будут разыгрывать целую бочку бензина. Ровно в 9 утра каждый может включить приемник на 101,7 FM. Внимательно выслушав подсказки ведущих, можно отправляться на поиски. Тот, кто первым обнаружит автомобиль ВБС, получит приз от партнеров акции. Генеральный партнер проекта – сеть автозаправочных станций «Октан». Партнеры проекта – моторные масла «Молли Грин», сеть магазинов «Автошик», группа компании «Автомир», а также компания «Ава Сервис Смарт». Счастливчик не только получит подарок, но и станет участником розыгрыша 200 литров бензина, который состоится 29 октября. Первые слушатели уже забрали свои призы. Утром включаю одно из радио. Сейчас выпало ВБС. Я вообще в акциях. Участвую. Участвую. Иногда звоню, иногда дозваниваюсь. Но так вот, чтобы машину на дороге встречал с флагом, такого еще не было. Акция приурочена ко Дню автомобилиста, который состоится 31 октября. Екатерина Зверева, Игорь Егоров, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.